Привет, мой сладкий, привет, мой кошечки, грядки. Сегодня с вами снова я, Тигр Надя. Сегодня у нас Тигр Мэйл, наконец-таки, да. И пришло 4 письма к моему дню рождения. Такие вот долгожданные письма. Конечно, опять не без потерь. Я ждала письма от Гюзель, но оно так и не пришло. Оно было очень красивое. Она отмечала в Инстаграм меня на нем, и я так его ждала, но его до сих пор нету. Прошло уже недели 3, наверное. И я не знаю, где оно. Начать это видео я хочу с посылочки от Вероники. И первое, что было в посылке, вот такие вот клевые магнитики с овечками. Очень-очень милые, очень классные. Особенно вот эта розовенькая просто прелесть. И вот эта серенькая тоже очень красивая. Вот это из Уютеры такие вот магнитики. Очень миленькие. Далее у нас предметы, связанные с красотой. Вот такой вот очень красивый лак красного цвета. Почти такой же, как у меня на ногтях. Но у меня на ногтях гель, а это обычный лак. И он, конечно, не совсем обычный, потому что это аромалак. Candy Bar. Так называется, видимо, серия лаков. Это, мне кажется, белорусские лаки, потому что здесь буковка R. И это у нас лак, который ты наносишь, и после полного высыхания у него свой аромат. Тон 08, если кому интересно. Очень красивый лак, такой кремовый. Далее идет у нас здесь набор магнитной системы, плюс 3 магнита от Лимони. Немножко пугающая картинка. Надеюсь, эта штука вообще работает. Надеюсь, что ею удобно будет делать. Ну, по крайней мере, мне кажется, это удобно. Пальчик так поставил, да, между вот этими вот. Ну, вытащил все вот эти полосочки, поставил одну и подставил пальчик. Так, второй, третий, четвертый, пятый и так далее, да, если надо на всех. У меня есть один гель-лак, который магнитный. Надеюсь, что эта штука с ним сработается и будет узорчик. Если у меня все получится, то обязательно выложу фотографию в Инстаграм. Посмотрите, оцените. И последнее косметическое, что было, это вот такой милейший крем для рук. Shea Butter, без парабенов, сакура. Здесь у нас с маслом Shea, как я уже сказала, экстрактом сакуры. Это у нас заживляющий, смягчающий эффект дает. Также стимулирует выработку коллагена. Очень классный крем. Я вообще люблю корейские крема для рук, вообще корейскую косметику, кто ее не любит, да. И спасибо большое за такой подарок, потому что это вообще очень-очень нужная вещь. И он такой маленький, что он успеет мне не надоесть, и я успею его оценить для того, чтобы стоит покупать еще раз или нет. Вот, и этот дорожный вариант, мне кажется, очень так классно с собой его таскать. Спасибо большое еще раз. Ну и, конечно, куда же без вкусняшек. Мои любимые тофифи. Прям напоминание о детстве. Конфетки очень классные. Затем горячий шоколад. И Альпенгольд с Орео. Все самое любимое, самое вкусненькое. Ну и, конечно же, последнее. Это у нас вот такие вот потрясающие стикеры 3D. Они объемные. Вот, можно видеть. Несколько слоев. Они с декоративным таким шиммером. Очень-очень-очень красиво. И я просто не могу. Не могу. Это очень красиво. Просто, я не знаю, ты меня, не знаю, убила просто такой красотой. И вот такая вот очень красивая открытка. Тоже такие бабочки здесь объемные. Это так мило. Не знаю, мне так нравится эта открытка. Она такая душевная. Спасибо большое тебе, Вероника. Вот твое письмо, я его прочитала, и скоро будет от меня ответ. Надеюсь, он тебя порадует. И просто огромное спасибо за эти наклейки. Я не могу на них наглядеться. Они безумно красивые. Надеюсь, вы увидите их скоро в моих работах. Первое письмо, с которого я хочу начать, это от Катюши из Новгорода. Никак не могу открыть. Как я понимаю, здесь открытки ко дню рождения. Господи, боже мой, да это же одни из самых бесценных подарков. Посмотрите. Просто у меня нет слов. Это зеленая аптека. Пополнение моей коллекции.
просто, я не знаю. Катюша, большое-большое тебе спасибо, я не могу наглядеться. Они потрясающие. И вот такая вот потрясающая открыточка, невероятно милая, такой шуткой, зайчики морковку кушают. Тоже с днем рождения поздравляют. И здесь просто очень теплое поздравление. Открытка 88 года. Художник М. Саморезов. Думаю, что Михаил, наверное. И безумная красота. Просто спасибо большое. Так, следующее письмо я хочу показать от Влады. Оно пришло все порванное. Я вот тут его аккуратно отрезала. Потому что вот тут вот все было разорвано. Прям жалко очень. Очень нежная бумага. Вот. Она такая красивая, кстати. Я не знаю. Наверное, это упаковочная бумага. Потому что она серебряная. Я так долго ее разглядывала, не могла просто оторвать глаз. А вот и наше письмо. Так, само письмо. Так, ответ. Затем у нас мята и шоколад. Гринфилд. Очень хороший чай. Ох, красота. Просто вообще прелесть. Открытка. Очень-очень-очень ценная открытка для меня. Прям вот то, что я собираю. Большое спасибо. Так, затем идет конвертик у нас здесь. Сейчас мы его откроем. Ой, какие прелестные салфеточки. Посмотрите, какая прелесть. Просто нежнейшие. Спасибо большое. Шоколадка с кокосом. Смотрите. Где ты такую взяла? Классно, спасибо большое. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Такая прелесть здесь. Вот такая вот красота у нас тут. Стикеры. Какие классные. С авокадо есть даже. С зайчиками. Такие вот. Авокадо это вообще красота. У нас здесь наклейка с бабочкой. Очень красивая. Такие вот зайчики. Еще один зайчик у нас. Тоже очень классненький. Вот. У нас здесь распечатки. Самые разные. Далее идет ответ от Настюши. Очень долгожданный, потому что первое ее письмо ко мне не пришло. И поэтому я решила написать ей сама. Первый. Вот. И наконец-таки пришел ответ, который мы переживали, что не дойдет, но он дошел. И посмотрите, он с грибочками. Такая вот красота. О, посмотрите, какая красота. Посмотрите, какие птички здесь. Очень красивая бумага. Такая серая. Ух ты, он многослойный. Давайте сначала посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас идет чай. Я такой, кстати, еще не пробовала. Смотрите, какой красивый магнит. Новокузнецк, сад металлургов. Пополнить мою коллекцию. Спасибо большое. Смотрите, какая красивая карточка здесь. А это, наверное, у нас письмо. И правда, письмо. Так оригинально. Ой, какая прелесть. Ответы на вопросы здесь. Да, вот такое вот оригинальное письмо. Теперь у нас здесь сюрпризы. Давайте посмотрим. Как я понимаю, вот это у нас гербарий. Да. Смотрите, как красиво. Открыточка с гербарием. Столько там блесочек. Это как шейкер. Да, блесочки перемещаются. Очень-очень оригинально. Так мило. Большое спасибо. Обязательно себе где-нибудь повешу. Ух ты. Вот здесь у нас кармашек. Конфетки из Таиланда. Те самые, которые потерялись в первом письме, но я очень... Тебе благодарна, что ты выслала их снова, чтобы я попробовала. Большое тебе спасибо. Так, у нас здесь грибочек. Здесь у нас, наверное, да, марочки вот такие декоративные. Также у нас здесь такая звездочка грустная. Конфетка. Ух ты, какая необычная.
Большой фрукт. Обязательно попробуем. Такая вот наклеечка. Такая наклеечка. Такая. С котиком. Затем у нас здесь идет Плуто из Микки Мауса. Потом у нас здесь идет пони, смайлики. Какая прелесть. Такая вот у нас радуга на облачке. И вот такие вот. И вот такая вот наклейка Рапунцель. Да. Такая вот красота. Большое спасибо. И последнее письмо у нас от Карины из Белгорода. Оно было в таком красивом конверте. Не знаю, где вы достаете такие конверты. Потому что для меня это всегда проблема. Я сама ищу вот такую крафт-бумагу. Она такая желтоватая, охровая даже, я бы сказала. Она очень гладкая, очень приятная. Вот, я пока еще нигде ее найти не могу. Но приятно получать ее. Итак, у нас здесь... Ух ты, очень красивый фолдер. Посмотрите, какая красота. Hello. Итак, ух ты. Так все красиво. Здесь у нас Greenfield. Тоже не пробовала я такой. Но это зеленый чай. Lotus Breeze. Тоже новый для меня чай уже. Здесь у нас очень красивые скотчи. Немножко они там приклеились, но очень красивые, особенно тот, что в горошек. Надо было бы, надо и себе бы такой прикупить. Затем у нас здесь идут скрап-карточки. Посмотрите, ключик какой красивый. Ну, прелестные такие котики. У меня тоже такие есть. Купила недавно, очень нравятся они мне. Розочки. Никогда не будут лишними. Всегда-всегда их использую. Посмотрите, тюльпаны есть. Затем вот такие вот наклеечки. Спасибо. И что-то вот такое. Тоже очень красивые розы прям. А, это стикеры. Какие красивые. Вообще прелесть. Карина, если ты меня смотришь, пожалуйста, оставь мне ссылку, где ты покупала эти стикеры. Я бы хотела весь набор заказать. Очень-очень красиво. Так, давайте посмотрим, что у нас во второй половине. Как же красиво ты оформила фолдер. Здесь у нас вот такая вот открытка. Тоже очень красивая. Это у нас городской парк культуры и отдыха имени Ленина. Солнечные часы. Вот. Вот они, солнечные часы. А это городской парк. Очень красиво. И здесь само письмо. Это новый собеседник, кстати, да. И я все-таки надеюсь, что ты меня сможешь и дашь мне ссылку на эти розы. Потому что, ну, если у кого-то другого есть ссылка, то, пожалуйста, дайте мне. Я буду вам очень и очень благодарна. Такая красота. Прям не могу. Все ваши письма были для меня большим подарком, потому что я получила их на свой день рождения, и поэтому они еще более ценные для меня. Ждите от меня ответы обязательно. Буду отвечать в порядке очереди. И спасибо за ваше тепло, за ваше внимание. Всех люблю, целую, обнимаю. И до новых встреч. Пока-пока. Совсем забыла показать еще два пришедших... Ну, не письма. Одно письмо и одна открытка. Такая вот потрясающая открыточка днем рождения с котенком таким очень классным. Вообще прелесть. Это у нас от Насти. Очень-очень классно. Спасибо большое, Настюш. И от Саши. Алекс Кектаж, блогер. Вот. Ее письмо наконец-таки пришло мне спустя столько месяцев. Я дождалась ответ. И знаете, этого стоило ждать. Так, тут очень много всего. Сейчас я потихонечку буду это все вытаскивать. Во-первых, само письмо и ответы на вопросы – это просто какое-то произведение искусства. Я иногда считаю себя полным бездарем, когда вижу такие ответы.
Смотрите, какая красота. И просто, не знаю, с таким талантом все сделано. Очень-очень красиво. Такой вот котенок здесь. И ответы на вопросы, это вообще просто... Я не знаю, что с этим делать. Хочется это повесить на стенку. Такую красоту. Посмотрите. Безумно красиво. Очень красиво. Акварельные цветы, лисички. Как всегда, шрифт. Очень красивый. Прелесть. Спасибо большое. Далее у нас идут открытки, за которые я просто умираю. Вот такая вот красота. Тут даже утки или гуси есть. Правда, которые пущены на еду для кухонного дела, для приготовления. Но, тем не менее, открытка просто потрясающая. Очень красивая. Вторая картинка вот такая. Это, кажется, вырезка из книги про грибы. И для меня она очень-очень ценная, потому что я собираю это все. И это отличное пополнение моей коллекции. Затем идет вот такая самодельная открытка, которая тоже очень красивая, очень нежная. И это открытка с днем рождения. Прям Саша знала, как посылать и когда посылать. Прям очень спасибо. Большое спасибо. Затем у нас идет вот такие вот очень классные стикеры. Несколько штук их здесь. Мысль пропала не зря. Такой котик. И сам фолдер, который можно разглядывать очень долго. Здесь настоящий листик. Очень красивый. Здесь все такое детальное, все такое фактурное на тему леса. Вот здесь у нас еще один стикер. Ну, вот этот стикер, кстати, здесь и был прикреплен. Давайте посмотрим, что внутри. Все было прикреплено скотчем. И внутри у нас все выглядит вот так вот. Вот такой красивый тежик с птичками. С птичками. Вот такой красивый тежик с птичками у нас здесь. Позади у нас здесь вопросы. В таком вот кармашке с облачком у нас здесь разные вырезки. Такие вот очень красивые. Вот такое красивое окошко. Затем у нас здесь такое пони. Затем у нас здесь мороженое, как я понимаю. Сейчас попробую вытащить. Да, это у нас мороженое. Потом очень красивая такая картинка. Атмосферная, зеленая улица. Далее у нас здесь идет кармашек, в котором были потрясающие скотчи. Я очень давно хотела заказать себе вот эти два скотча. Особенно вот этот с кроликами. Очень мне нравится. И это стоило того. Поэтому я обязательно закажу себе. Большое спасибо. Далее у нас идут разные вырубки, распечатки. Такая вот красота на тему винтаж. Такая вот разная красота. Часы, портрет, просто такой штамп, печать, с птичками у нас тут, цветочек, надпись «Любовь» и «Весна». Так что вот такая вот красота, все обязательно будет использоваться, все обязательно будет в моих работах. Спасибо большое тебе, Саша, за это. И большое-большое спасибо за такой подарок. Для меня это просто бесценно. И теперь я точно прощаюсь. Люблю, целую, обнимаю. Пока-пока.